О, всех приветствую, господа. Надеюсь, уложимся в пятиминуточку, чтобы недолго и видео само было, да и я, чтобы не... Так. Быстрый тест ножа, скажем так, на удержание, устойчивость режущей кромки. Так, сейчас я бумажку оторву, чтобы было видно, что нож заточен. По всей длине нож заточен. Будем резать бамбук, строгать, точнее, шинковать, по сути дела. Это если кому-то, ну, вдруг будет интересно посмотреть, собственно говоря. Но я могу точно гарантию дать, что этот нож выше среднего по уровню, скажем так, железа. По качеству, скажем так, закалки этого железа, 90 МП. То есть, кто сомневается, можете попросить у кого-нибудь, или если у вас есть нож из этой железки. Ну и сделать аналогичный тест, скажем так, по-быстрому, построгать. Я не буду считать, сколько там я застругив не сделал. Как бы мне нужно вот настрогать определенное количество, допустим, бамбук. Кто-то делает там 20 застругиваний, 30, именно на бамбуке. Я показываю, в принципе, и сам рез, ну, скажем так, какой рез, сам характер реза. Ну и потом посмотрим, насколько он затупился. Только бы камера не выключилась, потому что вот эти вот ветки, они очень твердые тоже. Сам бамбук, он такой материал, скажем так, волокнистый, и он режущую кромку сажает здорово достаточно. Тут что говорить. Сухой бамбук, он уже тут, наверное, несколько месяцев лежит, он уже желтый, сухой. И это не гнилой, именно сухой. Очень жесткий. Постучать, показать. В общем, он жесткий. Я уже про этот нож показывал, уже не буду там про сведения говорить. Так. Дудочку, например, сделать, да? Так, так опасно, рука соскочит, воткнется в бок. Надо осторожно. Режет на ура. Спил полированный. Так, ну что, немножко построгали. Давай посмотрим по бумажке. Мнется. В общем, с этой стороны как резал, так и режет. Поперек уже. Ну, поперек он трудно, знаете, чтобы листочек поперек он трудно режет. Любой листок. Волокна, где идут. Так он. А так все. Все, ни одного зацепа нет. Да, сбривает волосы. Сбривает волосы. Хорошо. Он будет поблежнее теперь. Что еще показать? Давайте. Это я все сейчас уберу, выкину в мусор. Не волнуйтесь, господа. Если у кого вопрос возникает по поводу того, что мусор останется, я все соберу, уберу, унесу. Ни одного зацепа нету. Нож очень острый. Дабы продемонстрировать остроту ножа, срежу еще вот эту вот небольшую толщину бамбука. Да, а чтобы показать, какой у него срез, сейчас я покажу поближе. Надеюсь, там съемка идет. Так, сейчас я возьму в руку камеру и покажу, что срез абсолютно полированный, гладкий. Вот он не блестит, что он полированный, но ногтем, вот он, я вожу, не цепляет. То есть рез у него фантастический. Сейчас я здесь соберу то, что настрогал, ну и самому будет интересно посмотреть. Так, ножик не потерять. Да я тоже тут все дербанил. Пинки. Все, братцы, еще раз крупным планом. Сталь D90MP. Сведение геометрии у него такая своеобразная. С этой стороны прямой и
как скандинавский, в линзу в ноль уходит, а здесь относительно прямой и к концу чуть-чуть подлинзовывается, что дает возможность вот так вот, вот резать в круговую. Я уже показывал. Все, выключаюсь.